Полиция продолжает поиски маньяка, который нападает на девушек в Тракторозаводском районе. По неофициальным данным, облава была проведена в минувшие выходные на птичьем рынке. Задержано около 30 человек. У всех проверили документы и сняли отпечатки пальцев. Но разыскиваемого пока так и не нашли. Напомним, мужчина напал на 19-летнюю девушку и пытался ее изнасиловать в подъезде дома по улице Марченко. Девушку спас проходящий мимо парень. Насколько я поняла, он выносил мусор и бежал прямо в тапочках. Ну, со слов полицейского, я не знаю, то есть наверняка. Девушка видела сверху, с верхних этажей, как парень пытался догонять. Или даже двое бежали за маньяком, пытались его догнать. До этого жертвой маньяка стала школьница и, по некоторой информации, еще две девушки. Пользователи соцсетей уже составили карту мест, где маньяк нападал на своих жертв. Поиски насильника идут уже несколько месяцев. Составлен фоторобот, а кое-где он и вовсе попал в объектив камеры видеонаблюдения в тот момент, когда искал жертву.